19 декабря на центральной площади поселка Курагина началось строительство праздничного новогоднего городка. Елка была установлена накануне вечером. Красивая, пушистая, высокая. Традиционно елки эти произрастают в черте поселка. Когда они начинают доставлять хлопоты своим хозяевам, то по их просьбе самые красивые становятся главными новогодними елками Курагина. Нынешняя красавица с улицы Космонавтов. С утра на площади появилась техника, машины и краны для установки ледяных глыб, из которых будут вырезаны фигуры с новогодней символикой. Грейдер, которым сдвигали массу снега в одну огромную гору. Она превратится в снежно-ледяную трассу для катания детей. Могут прокатиться в новогодние праздники и взрослые. Впереди еще много работы, но поселковые власти уверены, что все будет сделано в срок.